Да разными чернилами еще. Нет, просто начали писать, я так понимаю, кровью красной. Написали только Леонид Александр. А Ович уже зеленым, видно, переключили на другую группу крови. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, зеленые косяком пошли. Спойте, ой, стрельнуло в ухе. Не надо хлопать. Напугаете? Так, тут что-то... Можно под хлопки, да, типа это... Вы знаете, я однажды под хлопки видел, как пытались люди выжить. В хорошем смысле этого слова. Мы летели на самолете Ил-18. Кто последний раз летал на самолете Ил-18? Тогда вы понимаете меня. Да. Надеюсь, не летчиком. Это, значит, мы летели из Москвы, извините, в Сингапур. И посадка была в Мадрасе. А поскольку рейс был чартерный, и они в индийском небе давно уже таких самолетов не видели, они загнали нас на какую-то оконечность аэродрома, и часа через три надо было улетать. И когда наши пилоты ушли, чтобы как бы запросить взлет, и пропали, и мы, пассажиры, пошли уже их искать. И обнаружили их в диспетчерской индийского аэрофлота, как я понял. Причем наши пилоты, весь экипаж во главе с заслуженным летчиком, там, они стояли вокруг спящих индийских диспетчеров и делали так. Мы так отрезали, вы сошли с ума, ребята? И вам под хлопки. Оказывается, по древнеиндийским поверьям, когда человек спит, душа его отлетает. И если его разбудить даже ласковым прикосновением, тело нарушает свою конфигурацию, и душа может промахнуться и не попасть в тело, понимаете? И это тогда кирдык полный, то есть там даже не посмотришь, что ты типа корова, священное животное, зарежут сразу. И поэтому наши заслуженные люди в голубях, там, не знаю, бегали вокруг диспетчера, пока те не проснулись, лениво очень. С нехоти, ненавистью, чего надо вот так. Нам бы улететь, да, ну ладно. Поэтому вот я вспомнил даже, можно даже под хлопки только просыпаться в Индии. Очень много лично в этой записке. Зеленый написано. Ну, мы не готовы, во-первых, в таком составе сыграть эту песню, а под хлопки может и в антракте. На чем мы остановились? Так, на индийских диспетчерах, Ил-18, что еще было? Много было в жизни интересного.